В Венспилском доме творчества действует летний лагерь «Открываем двери города». И в этом году вместе с местными детьми лагерь посещают дети из Украины, которые вынуждены проживать в нашей стране. Поэтому у педагогов и организаторов лагеря к двум основным задачам обучения и развлечения добавилась еще одна – оказание психологической помощи. Детки отвлекаются от грустных мыслей, от грустных новостей, которые все равно приходят из Украины, и они о них слышат. И здесь такая среда, которая вот они отвлекаются, они развлекаются, они получают новый опыт общения, новые навыки, которые предоставляет и обучает Дом творчества вместе со своими прекрасными учителями, педагогами, которые находят подход к деткам, которые... делаю все возможное, чтобы нашим детям было комфортно и хорошо. В этом году у нас очень много детей, всего 140. Четыре группы, в каждой из которых примерно 30 человек. Здесь в Доме творчества и также есть группа «Зилита», которая организована только для украинских школьников 5, 6 и 7 классов. У нас интегрированные группы. Мы смешали детей, чтобы те могли обучаться языку и подружиться друг с другом. В этом лагере дети могут ходить на самые различные занятия. Здесь есть и кулинария, пение, танцы, рукоделие. Могут играть в настольный хоккей и другие настольные игры. Также педагоги водят детей на экскурсии и другие интересные мероприятия. Мы были в кино, катались на прогулочном катере «Герцог Якобс». И завтра у нас в музее под открытым небом очень интересное завершающее мероприятие. Дети готовятся к представлению, день будет очень интересным. Несмотря на то, что в одной группе дети из разных стран, говорят они на разных языках, они прекрасно ладят друг с другом. У детей нету национальности, они все играют, они все помогают друг другу. Даже если ребенок не говорит на русском, он всегда, они могут идти в паре, они могут показывать пальцем друг другу, общаться, то есть находить. У них нету этого, то, что они разные, они дети. Детки маленькие, и им намного проще находить контакт. То есть они несколько слов они уже научились в школе, и некоторые детки знают русский язык тоже чуть-чуть. То есть, и в принципе, они хорошо контактируют. Ты подружился с кем-нибудь? Да. А как вы общаетесь? На английском. Мы понимаем некоторые слова по-русски, они понимают некоторые слова на латышском. Этот лагерь очень интересный, здесь можно многому научиться. Здесь мы нашли много друзей. Я советую и другим его посещать. Мне этот лагерь нравится.